Теперь давайте поговорим о переопределении методов при наследовании. Переопределение методов отличается от перегрузки тем, что при перегрузке мы определяем методы с тем же именем, но другой сигнатурой. А при переопределении мы определяем метод с тем же именем и той же сигнатурой, что и метод из базового класса, для того, чтобы определить этот метод по-другому. Давайте рассмотрим это на следующем примере. Пусть у нас есть некоторый базовый класс person, описывающий человека. И у этого базового класса person есть метод name, который возвращает строчку с именем человека. И рассмотрим некоторый производный класс professor, который описывает человека со званием профессор. Как вы знаете, уважительное обращение к человеку со званием профессор начинается обычно со слова профессор. Поэтому мы определим метод name с той же сигнатурой, то есть мы переопределим метод, унаследованный из базового класса, внутри класса профессор таким образом, чтобы имя человека возвращалось с приставкой профессор. То есть мы будем возвращать имя, начинающее с приставки профессор, и добавлять непосредственно имя человека. Для того, чтобы получить имя человека в производном классе, мы обратимся к методу из базового класса. Здесь мы явно укажем, что мы хотим вызвать метод name из базового класса person. Таким образом, здесь будет вызван метод, унаследованный из базового класса. Теперь, если мы создадим переменную типа professor и обратимся к методу name, то, конечно, будет вызван метод name из производного класса, то есть вот наш переопределенный метод name, и таким образом мы уважительно обратимся к профессору Струструп. Если же теперь мы попытаемся обратиться к этому методу через указатель на базовый класс, то есть мы создадим указатель типа person, проинициализируем его адресом переменной, в которой хранится объект типа профессор, и попытаемся обратиться к методу name, то будет вызван метод name из класса person. То есть на выходе мы получим неуважительное обращение к профессору Струструпу без указания того, что он профессор. Как так получилось? Дело в том, что при вызове метода name через указатель на базовый класс будет произведена перегрузка, в процессе которой будут рассматриваться только те методы, которые определены в классе person, потому что про класс профессора здесь нет никакого упоминания. Поэтому в результате этой перегрузки будет убрана наиболее подходящая функция, ну точнее метод name, и в куске кода, который будет соответствовать этому вызову, будет подставлен конкретный адрес метода name из класса person.